Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас мы вам покажем гимнастику для похудения. Первое наше упражнение. Поднимаем руки вверх, набираем воздух, задерживаем в течение 6 секунд и наклоняемся вперед. Выдыхаем и поднимаемся. Второе наше упражнение. Ложимся на спину, поднимаем ноги вверх, задерживаем дыхание в течение 6 секунд. Носочки наши тянутся, выдыхаем и опускаем ноги. Третье упражнение. Сгибаем ногу в колени, поднимаемся к колену, задерживаем дыхание в течение 6 секунд. Выдыхаем и опускаем ноги. Четвертое упражнение. Сгибаем вторую ногу в колени, поднимаемся к колену, задерживаем дыхание в течение 6 секунд. Выдыхаем, опускаем ногу. Пятое упражнение. Сгибаем обе ноги в колени, поднимаемся к колени, задерживаем дыхание в течение 6 секунд. Выдыхаем и опускаем ноги. Шестое упражнение. Поворачиваемся на живот, становимся на локти и колени, набираем воздух и поднимаем ногу вверх. Задерживаем в течение 6 секунд, выдыхаем и опускаем нашу ногу. Седьмое упражнение. Поднимаем вторую ногу, задерживаем воздух. Дыхание в течение 6 секунд. Выдыхаем и опускаем ногу. И последнее наше упражнение – это планка. Становимся в планку. Вдыхаем. Задерживаем дыхание на 6 секунд. Выдыхаем и поворачиваемся на спину. Последнее наше упражнение – ложимся мы на спину и отдыхаем. Наша гимнастика закончена. До новых встреч!